Идем на закат. Взяли ружье, тяжелый рюкзак и в путь. Красота! Чьи следы мы тут видим? Что? Чьи мы тут следы видим? Лисицы. Бегала здесь, что-то искала. А что она могла тут искать, интересно? Еду. А что же еще? Очень маленький. Шарик примерно как голова по размерам. Расстояние примерно 120 метров до него. Попробую попасть. Два раза перед этим стрелял. Без поправок по баллистическому калькулятору не попал. Сейчас посмотрел, вроде надо ниже пенька, где-то на 2 мила целиться. Пап. Огонь. Мимо. У меня эта линза запотела. Не видно. Ничего страшного. Ты же на снайперском задании. Вдруг там тут все бывает. Сейчас. Так, выстрел второй. Есть. Шарик сбит. Цель уничтожена. Итак, мы на снайперском задании. Далеко-далеко, там белая мишень и красный шарик. Снайпер Глеб суровый. В принципе, уже на позиции. В принципе, готов отстреляться. Первый выстрел мимо.